Всем добрый день, сегодня у нас очередная небольшая распаковка. На этот раз пришел жесткий чехол для пульта презентации. Есть у меня пульт для презентации, который представлен на моем канале в виде отдельного видеоролика. Вот он, нормально до сих пор работает, уже прошло где-то более года. Очень удобно пользоваться, помещается в руке, выполняет свои функции. И пока еще не менял батарейку, которая стоит непосредственно внутри. Так вот, решил я к этому пульту заказать чехол, но единственное, чехола как такового к этому пульту не было, пришлось выходить из положения, а именно заказывать чехол от другого пульта для презентации, а именно для Logitech R400 или для множества клонов, которые сейчас продаются непосредственно на AliExpress, копии данного пульта Logitech R400. Хотя непосредственно в самом пульте, а именно в упаковке, находится тоже чехол, единственное, он мягкий, непосредственно в комплекте поставки. А отдельно непосредственно продаются вот такие вот чехлы жесткие для того, чтобы непосредственно разместить пульт для презентации. Презентация R400 внутри этого чехла. Подставляется он в таком варианте. Пришло, как обычно, в сером пакете. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Внутри находится такой вот белый пакет. И вот здесь вот такой вот чехол. Достаточно все аккуратно сделано. Есть замок с двумя направляющими вправо-влево. Есть хлястик, внутри находится, то есть здесь есть дополнение. Карабинчик небольшой, чтобы зацеплять ее за различные поверхности или в сумки уложить. Внутри вот выглядит он следующим образом. Есть карабин. Можно зацеплять. Дальше есть кармашек, в который можно положить необходимые составляющие данного пульта. Например, аккумулятор, батарейку, либо инструкцию к эксплуатации, если вдруг забыли пользоваться определенными клавишами. Разместим сейчас непосредственно пульт внутри этого чехла. Вот таким вот способом мы можем закрепить на ремнях, либо еще в каких-то местах, на сумке, можно к поясу прикреплять. И вот внутри вот так вот располагаться будет пульт. Есть, конечно, небольшие полости, но ввиду того, что он предназначен для другого пульта, тот пульт помещается прямо от и до этого чехла, а в данном варианте мы имеем, что имеем. Вот такой вот чехол, достаточно жесткий. Он не продавливается так просто. Удобно носить в сумке, чтобы его не помяло. Имеется в виду пульт не сломать и так далее. Вдруг у вас там находятся какие-то дополнительные тяжелые вещи. В таком варианте чехол непосредственно можно использовать не только для пульта управления Logitech R400 и клонов китайских. И для вот данного варианта пульта. Для того, чтобы носить, хранить и так далее. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания.